меня зовут Самар, и это последнее видео про Бали. Да-да-да, снова сказочное Бали. Месяц на Бали прошел, вжух, не прошел, поэтому сейчас мы в Малайзии, потому что штамп на 30 дней нужно обновить. Поэтому прилетели в Куала-Лумпур, посидели здесь уже 5 часов, поработали работу. И через 4 часа полетим обратно на новый 30-дневный штамп. Новый штамп мы получили вообще без вопросов и еще на месяц зависли на Бали. Мы приехали есть дуриан. Пахнет он ужасно, на вкус, говорят, клевый. Сейчас проверим. Ой, он с косточкой, оказывается. Да. Как оказалось, спелый дуриан, только что вскрытый, действительно очень вкусный, сладкий, с богатым послевкусием. А пахнуть он начинает после того, как лежит открытым, ну, секунд 15-20. До этого его можно есть, не закрывая нос, и вообще он пахнет хорошо. А это я гуляю по самому известному на Бали и одному из самых известных в мире йога-центров Йога Барн. Здесь проводится куча разных уроков йоги, акра-йога, хатха-йога, хот-йога, в общем, всевозможная йога. А также учат йога-учителей. Курс обучения, к слову, стоит 3000 долларов. Внезапно на Бали есть пирамиды. Говорят, что они находятся на пересечении энергетических линий Земли с особой энергетикой, и в них проводят медитации звуком. Может, даже слышно. По крайней мере, я слышал. Лично я в эти пирамиды не ходил, но ходил Афрам и говорит, что эффект действительно чувствуется. Зато я проехался по вот этому крутецкому мосту через океан. Кичак данс — это самый крутой балийский танец, и он проводится много где, но самый трюевый он в Лувату. Поэтому мы приехали к океану, чтобы посмотреть этот танец. Чини. Арена открылась минут 10 назад, и мест уже нету. В декабре погода на Бали часто выглядит вот так. Правда, обычно происходит вечером, ближе к ночи, но сегодня не повезло и льет прям с обеда. Благо, все это очень быстро стекает вниз в океан, и после того, как дождь закончится, через полчаса уже будет сухо и хорошо. Бали, недалеко от
вулкану Агунг есть такая небольшая шоколадная фабрика. Ее организовал калифорниец Чарли. Это все, что я могу о ней сказать. Она такая маленькая, домашняя. Здесь клевый горячий шоколад и красивые виды. Еще здесь где-то должен быть гусь, но гуся не видно. А это один из постоянных жителей фабрики, гусь по имени Агус. Или Агус, я не знаю. Сегодня все, а в следующем видео уже будет Вьетнам, в котором я, собственно, и нахожусь. Да, и подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями, продвигайте видяшки. Спасибо, что смотрели.